Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас в обзоре такая добавка, как креатин моногидрат паудер от компании Universal со вкусом. Смотрите, это вот у нас такая вот баночка, здесь у нас обычно идет 500 грамм. Значит, раньше у нас выпускалась формула вот такая вот, инфлауды, то есть безвкусная. Здесь было 500 грамм, 100 порций, мерной ложки нет, мерная ложка, чайная ложка 5 грамм. То здесь уже идет новая добавка со вкусом для более приятного. Многие очень жалуются, что креатин у нас безвкусный, поэтому начали добавлять вкусы. Разные вкусы бывают, яблоко, фруктовый пунш. То есть по вкусам говорить бесполезно, они постоянно меняются. Это компания Universal, это хорошее качество. Цена осталась та же, только порция стала 85, чтобы вы знали. Значит, креатин моногидрат — это энергия наших мышц. Принимая креатин, мы, получается, увеличиваем силу, выносливость и набираем, ну, то есть удерживается вода чуть-чуть, и у нас хорошее состояние во время тренировки. Значит, креатин моногидрат принимается как в загрузочной фазе по 20 грамм в день, так и в обычной фазе от одной мерной ложки, там, от 5 грамм в день до 10. То есть все в зависимости от вашей задачи, программы, это вы уже сами подбираете. Значит, принимаем креатин 5 недель, 2 недели отдыхаем. Для чего нужно отдыхать? Потому что креатин накапливается в внутренних наших органах, почках и печени, поэтому надо использовать этот ресурс и 2 недели отдохнуть. То есть 5 недель пьем, 2 недели отдыхаем. Главный прием утром рано, получается, перед едой. Запиваем сладким чаем, а тут с ароматизатором можно просто с водой его запивать. И принимаем его после тренировки. Желательно запивать тоже сладким чаем или соком. Значит, компания Universal — это американский бренд, давно уже на нашем рынке, все знают ее качество, поэтому говорить о нем, говорится, бессмысленно. Это всегда хорошее качество и приемлемая цена. Выбирайте при выборе креатина неплохой креатин Universal. Без вкуса и со вкусом. То есть это новая позиция, скоро появится на нашем рынке, не пугайтесь. Все нормально, вам за ту же цену предложили только креатин немножко меньше порции, но зато с ароматизатором. Как раз 15 порций заменили ваш ароматизатор. Спасибо, вы были на канале Мегасила. С вами был Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.